Так, друзья, всем доброе утро, с вами я, Вероника. Сегодня, как вы уже могли понять на зоне видео, я снимаю такое вайп-видео. Боже мой, вид. Пожалуй, я буду приводить себя в порядок и рассказывать вам, в чем суть видео. Итак, эта эстетика Pink Pilates Princess основывается на продуктиве, на том, что мы в первую очередь заботимся о себе. Это пилатес, чтение, какая-то вот эта вот вайбовая рутина, если вы понимаете, о чем я. Ну и, конечно же, самое главное, чего я буду придерживаться в сегодняшнем видео, это розовый. Поэтому здесь я выбираю именно розовое полотенце. Но еще, конечно, это всяких милых и красивых аксессуарах. Вот это то, чем я собираюсь заниматься в середине видео. Заинтригую вас. Ногти мои сегодня пока что все еще подходят под эту эстетику Pink Pilates Princess. Но сегодня, буквально через 2 часа, мы идем их переделывать с вами. Я еще точно не определилась дизайном, но пусть это будет для вас сюрпризом. И для меня тоже. Так как у меня по времени все распланировано, потому что у меня в 12 ногти. Вот, почитаю я примерно минут 20. Сделаю пилатес. И начнем уже с вами собираться на ногти, потому что я хочу пройтись пешочком до них. Не верю, что я это говорю, но последние дни лета нужно выжимать по максимуму. Ой, мне осталось прочитать совсем немного, но у меня просто нет времени. Причем, внимание, мои плетики какого они цвета? Как бы Pink Pilates Princess, да? Pink есть, Pilates нет, Princess. Ой. Не очень ровно, конечно, но сойдет. Жаль, у меня коврик не розовый. Кстати, из прошлого влога. Сейчас просто быстро-быстро краситься, собираться, выходить. Сзади волосы соберу. Оцениваем. Да, обязательно при румяна, потому что у нас сегодня вообще на розовом. Я все еще не совсем определилась с дизайном. Быстренько переодеваемся, опять все равно в розовый. Любимые черные штанишки, раз. Белый топик 2 и розовый кроп топ 3. Ладно, все, оцениваем мой финальный лук. Я в нем часто хожу. Мне он очень нравится, я его очень люблю. Все, наушники, быстро, быстро обуваться. У меня, кстати, многие из вас спрашивали, где же я покупала вот эти вот кроссовки Campus. И я нашла для вас место, где вы тоже сможете их заказать. Та-дам! Я думаю, вы уже догадались, о чем сегодня пойдет речь. Начиная с вот этой пары, именно они подходят под нашу сегодняшнюю эстетику. Насколько они милые, друзья! Мэтч присутствует, да? Присутствует. Я не могу ими налюбоваться. Это темно-синие данки. Просто посмотрите, какие они красивые. И мне было очень сложно выбрать, что именно я хочу заказать, потому что у ребят на сайте более 1000 моделей, как и женских, так и мужских. Вы можете выбрать что угодно, что вам понравится. Есть разные бренды, начиная от Nike, заканчивая конверсами. Представляете, да, даже они там есть. Все кроссовки люксового качества. Ребята доставляют в любую точку России, и лично мне пришли эти кроссовки всего за 3 дня. Иногда даже Валбрис доставляет свои посылки дольше. Но это еще не все, и самый приятный бонус – это промокод на 15%. Вот как он выглядит, название моего YouTube-канала, обязательно вводите его, переходите по ссылочке в описании и заказывайте, потому что это бомба, пушка, просто 10 из 10. Лежала не зря, сдала реально пару минут, еще 12-2. Сделала ногти, сейчас выйду на улицу, покажу вам. Возможно, это выглядит немного странно, но вот на этой руке мне очень нравится, как они растеклись. Не знаю, мне все равно очень непривычно, что это не френч. I'm
I'm home. Я сказала доставку с самоката. Жду, когда мне приедет все. А еще, наверное, я сегодня уже после после математики это сделаю. У кого есть новый ТикТок, видели в ТикТоке вот такие видосы. Из баночки из-под конфет жестяной делают кошелек. И вообще это называется Altoids, но на нашей стране нет этих конфеточек. И я нашла вот эти конфетки на Озоне. Ура! Итак, что же тут? Чиабатта, вот такая вот она. Безлактозное молоко. Так, я сейчас стараюсь не пить молоко, но мачо без молока нельзя не пить. Легкий сыр. Ты сейчас взяла для чиабатты. Я взяла, хочется бутербродики с сыром. По базе это яйца, потому что я сегодня вечером хочу что-нибудь приготовить, а яйца у меня закончились. У меня есть два варианта, из какого стакана пить матч, но так как у нас сегодня пьем Пилатес Принцесс, конечно же, это будет розовый стакан. На мой завтрак-обед у меня матча, помидоры с итальянскими травами и чиабатта с сыром. Итак, первое, с чего я хочу начать, это вот такие вот кеды. То есть я просто шнурки поменяю на ленточки и завяжу бантики. Из них сейчас мне нужно будет просто вытащить шнурки. Теперь без шнурков нужно будет отмерить такую же длину, которой и был шнурок, поэтому сейчас я этим займусь. Наши шнурки готовы, это остается самое сложное, зашнуровать кеды. Это выглядит, правда, очень мило. Мы начали с ног и идем до головы. Следующее — это носки. Вот, самые обычные носки, но мне нужны были именно высокие. О, это похоже на мои кудряшки. Любую длину можно взять. Наша задача теперь сделать красивый бантик. Получается такая вот красота. Приблизительно здесь он будет находиться. Как же я надеюсь, что у меня получится. Потому что носки реально больше всего надежд я возлагаю. Все, просто несла клей и нацепила бантик. Надо примерно понять, сколько отступить. Мне кажется, что все-таки правда получилось. Но выглядит это супер мило. Как их стирать, только вопрос. Время сумок. В общем, если кто-то из вас помнит, если вдруг не помните, я оставляю вам ссылочку тут на видео, в котором я плела сумку, вязала точнее. И я подумала, почему бы к нему тоже не добавить бантики. Хочу опять сделать несколько черных бантиков и просто приклеить их на сумку вот около ручек. И просто вот сюда к первой и ко второй ручке прилепить. Или одну хватит. Не знаю. Пока к первой прилеплю. Ну, милота же, ну скажите. Давайте все-таки со второй стороны тоже добавим. И еще одна, на этот раз последняя сумка. Такая вот, я ее заказывала с Wildberries еще тем летом, чтобы ходить с ней в школу. Хочется немножко небольшой ребрендинг сделать, с ней опять ходить в лицей. Во-первых, я нашла зажигалку. Бантик побольше и бантик поменьше. Бантик поменьше я собираюсь прилепить вот сюда, к маленькому кармашку, а большой бантик на место застежки. У меня есть желание разрезать ленточку пополам, сделать маленькие-маленькие бантики черненькие, чтобы приклеить их вот сюда. Все, я думаю, на этом я закончу. Надеюсь, эти бантики не отвалятся через пару дней. Я уже выбрала аутфит, с которым я поеду на математику. Кто подписан на мой телеграм-канал, кстати, ссылка в описании, уже видел его. У меня не так уж и много розовых вещей, особенно низ. Низ у меня только один розовый. Вот так выглядит мой сегодняшний аутфит. За городом этого это потрясающе. Проснулся утром, огурчик сорвал, всю жизнь удалось. Ладно, самый тяжелый момент дня я пережила. Передвигаемся на кухню. Побежать позитивные вибрации, потому что математика их уничтожила в ноль. Так, я буду делать банановый хлеб. Вот в такой вот форме. У меня тут Лиза баранок. Поставлю вариться рис в мультиварку. Надеюсь, он получится вкусным. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hey.
hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheet. Вот такой вот у меня краситель, я их заказывала на Вайлдберрисе ко дню рождения. На камере не совсем такой цвет, как живой. Живой он более розовый, здесь какой-то оранжевый. Вау, абсолютно не пропекшийся. Даже не то, что не пропекшийся, просто какой-то мега влажный. Без хлеба я сегодня. Мой котик любименький сразу прибежал, услышал, что я ему буду палку давать. Ой. Помылась я. Все, что я буду делать, сейчас нанесу небольшую капельку на лицо и распределю по всей поверхности. Потом... Я нашла такую вот розовую пижамку у себя. Немножко мятая, да, но она просто долго лежала в шкафу. Итак. Очень красиво вот так вот выглядит. И очень какой красивый. И вот эти цвета сочетающиеся. Объясняю. Вот это вот. Сюда я еще прикоплю зеркальце, когда мама приедет, она мне его отдаст. Здесь мой мини-кошелечек с десюнчиками. Вот такой вот бальзамчик. Вот над этой штукой я мучилась. Я сначала хотела туда перелить духи. Типа переделать их в твердые духи. Но оказалось, что это слишком сложно делать надо. В общем, это помада. Посмотрите, как она идеально выглядит. Следующее это такой талисманчик, который я купила в Калининграде. На всякий случай две резинки, мало ли там понадобится. Заколочки, колечко с Hello Kitty. И самое важное, что тут остается от горла, потому что мне часто бывает, что у меня начинает болеть горло. Ой, бубик вот там. И Нурофен тоже просто незаменимая вещь. И пластырь я нашла на всякий случай. Вот сюда я наклеила свою буковку. И финальный лук моего Altoid Wallet. Сможете посмотреть в моем телеграм-канале. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, все. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел до этого момента, кто, в принципе, посмотрел этот ролик. И отдельное спасибо тем, кто подписался и поставил лайк. С вами была я, Вероника. Надеюсь, вам понравилось это видео и этот формат. Если вы хотите еще что-то подобное, пишите обязательно об этом в комментариях. А я всех люблю, целую. Пока-пока!